Всем привет, ребят! Ну что, реально запарился и решил вам записать уже наконец-то видос, ответ на вопрос про вальс клинков. Один для всех, чтобы я больше не писал, не повторял, потому что многие ребята пишут, 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 пишут. Вот мне сказали вальс клинков, имба, ставь его, кому поставить вальс клинков. Для кого я пишу видосы? Вот вы смотрите внимательно видосы или нет? Записываю повторно, еще один раз, даже музычка замолчала. Что такое вальс клинков? Поехали. Поставим сейчас Фрейю, потому что все вопросы вокруг Фрейи. Вот у меня есть такая вот Фрейя. Бастион и вальс клинков специально прокачал. Вальс клинков увеличивает уклонение на 80, на 8%, на 80 это было бы мега эпически. Когда герой уклоняется, то есть внимательно, дает 110 атаки на 2 секунды и восстанавливает 42% от максимальной жизни. Бастион 60-60, то есть ничего такого сложного, все довольно-таки просто. Поехали разбирать талант. Если у вас обычный герой, такой как у меня здесь, то есть у меня здесь вообще уклонения нет, так чтобы вы понимали, уклонения никакого нет. Аугментация не прокачана, созвездий нет, чарок нет, ничего нет, то есть чисто герой, чисто тест таланта. Поехали. Поехали на подземку, показываю вам. Так, чем там она у нас? Смотрителя тоже нет, вальс. А у меня тут кошмарка не открыта. Ёпрсте. Не знаю, на чем мы сейчас будем тестить. В принципе, какая разница, на чем тестить. Смотрим внимательно на урон героя. 190 тысяч, 65, 67, 144. Убили. Поехали повторно, атакуем. Я вам просто даже на таком примере покажу. 180, 112, 70, 200. Ну, то есть она разгоняется приблизительно здесь одинаково. Показываю другой вариант. Просто накидываем. Здесь 110% атаки, здесь 60%. Та же самая подземка. Сразу же получили стан. 157 обычный удар был. Еще разок. Надо будет сейчас другую подземку поискать. 255. Сразу же сливает герой. 226. Сразу слила, слила, слила. Ну, разогналась там два голубя у нее, да? Хорошо. Ну, просто на Фрейе как бы тоже не очень правильный тест, потому что все зависит от того, сколько она там голубей этих выпустит. Вот здесь сделаем тест. Так, смотрим. 184. 400, 390, 420. Ну, то есть внимательно смотрите. 720 это потолок. Лям. 800, лям. 500, 685. Меняем обратно. Ну, конечно, баст это не лучший пример. Сейчас, может, мы переролим, поставим что-то другое, чтобы была одинаковая процентуалка, чтобы вы уже были более уверены, кому ставить. Внимательно смотрите за уроном. Какой здесь урон? Три штучки мы выпустили.
116, 118, 200, 419, ребят. Это потолок. Это 3 голубя, то есть это максимум. Меняю обратно. Меняю обратно просто на бастион, который в 2 раза меньше дает. Это видео записывается специально для бездонатов, чтобы вы просто понимали, на что вы идете, когда вы ставите этот талант. Смотрите внимательно. 200, 300, 400, 600, 450, лям 200, лям 200. Это 60% от атаки. Ремку бессмысленно ставить. Да, в принципе, можно было бы. Ну, дайте один хоть атакующий талант. Это вообще печаль. Просто сменил. Почему, я думаю, вы уже поняли. Такс. Хотя можно было, в принципе, некоторым можно было землеройки поставить. Так, тут у нас не будет. Блин, где атакующие таланты? Чё за прикол? Дайте уже развалить этот талант нахрен. Вот, даже пусть будет это вот. Тридцать восемь, 75. И даже девятку качнем. 110. 110. И здесь 110. Поехали, сразу же такой тест делаю, показываю еще разок. 110%. Внимательно смотрите за урон. Вот два голубя вылезло. 600, 320, это уже два просто. Сейчас пусть она еще зарядится. 580, 731, 700, 600, это обычные удары. 643, 800. Это обычный удар, ребят. Ну, то есть, плюс-минус свыше 600. Меняю вам обратно на вальс. 110% тех же самых. То есть, по сути, у нас ничего не поменялось. Вот, сработало. Уклонение сработало у нас каким-то чудом. Но оно не всегда будет работать, если у вас не будет... 96, 134, 300, 600 крит, это максимум, 418, ну никак не дотягивает, 200, 236. Что это говорит, о чем это говорит? Это говорит о том, что если на вашем герое нету прокачанных хорошо созвездий на уклонение, то есть когда вы качаете здесь снарягу на максимум, сейчас мы с вами зайдем на другой аккаунт на этом сервере, на топовый. Если у вас нету прокачанной снаряги, этот талант у вас на урон работать не будет. Даже если вы его поставите в вашей фрея с бастионом там, либо с чем-то другим, будет в разы круче дамажить по вражеским целям. Соответственно, нету у вас уклонения, забудьте просто про этот талант. Для бездонатов этот талант противопоказан, если вы не наролите
вот здесь вот уклонение пятых. А это наролить, это нормально, надо денег потратить. То есть не заморачивайтесь, не ставьте его, потому что если герой не уклонится, у него не будет урона. Соответственно, вывод. Этот талант говно полное для бездона, потому что без донаты не наролят так, как надо созвездие. Соответственно, ваш герой не будет ни уклоняться так, как должен, не получать энергию, ну, то есть получать жизнь, не наносить дамаг. Для Фрейи самое важное, что наносить дамаг. То есть для героев, которым вы хотите поставить, вы должны понимать, что вам надо наролить как минимум там хотя бы 4-5 созвездий. Это как минимум, ребят. Поэтому не особо надейтесь и не особо там какие-то возлагайте надежды на этот талант. Если вы не наролите уклонение, этот талант работать не будет. Соответственно, это говно талант для бездоната. Для доната, понятно, он классный. Вы можете наролить себе все, что вам надо. Уклоны я вам уже показывал, как ролятся. Поэтому вот так вот. Перед тем, как его ставить, задумайтесь за тем, сможете ли вы прокачать героя под этот талант. Потому что в большинстве случаев он работать у вас не будет. Либо будет работать только ваше самовнушение, что вы поставили вальс клинков, и у вас герой просто тащит. Явный пример я вам показал. Делайте выводы и уже сами решайте, ставить или не ставить. Все, пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.